Совет Безопасности ООН по итогам пятичасовой дискуссии единогласно принял резолюцию в поддержку политического процесса в Сирии. Декларирована необходимость срочно организовать переговоры на основе Женевского коммюнике, а также решение международной группы поддержки Сирии с участием сторон сирийского конфликта. Их проведение намечено на начало января. Резолюция поддерживает перемирие в Сирии. Оно должно вступить в силу в случае начала политических преобразований. Также документ санкционирует создание в течение полугода переходного правительства и проведение выборов не позднее, чем через 18 месяцев. При этом резолюция не упоминает президента Сирии Башара Асада и не касается его возможной будущей судьбы. Вместо этого в документе говорится о том, что будущее страны должен определить ее народ.